Внимание, дамы и господа, мы начинаем прямую трансляцию. Это город Москва, Сумской проезд 26. Именно здесь располагается стадион под названием «Арена Чертанова». Одноименная команда, то есть женский футбольный клуб «Чертанова», именно здесь всегда принимает своих соперников, и девушки готовы к матчу Кубка России, первому в этом сезоне. К бомбардирству, конечно, о подвигах, что одной, что другой команды, говорить в этом сезоне пока, конечно, не приходится. У той же Лукевич всего два забитых мяча. 2003 года рождения, 2004-го. Лиза Семенова, мною упомянутая. А вот опасная атака Джиникашвили. Проход, и там подключалась Алена Андреева. Ну, сейчас говорить о голе не приходится. Тем не менее, с мячом Бесолова. Центральный защитник подключился к атаке. Удар неплохой от Виктории. Мяч в створ летит, и Маргарита Широкова его забирает. А вот сейчас будет опасно, и действительно это выход один на один практически. Но не дали пробить. Стандарты по такой игре, это, конечно, очень опасно. И Цибутович, и на выходе Пономарева. Кинкина вперед на Солонович, а нет, это Козик, и есть возможность для удара или прострела. В итоге и прострел слабый. В мужском иногда за такое и красную показывают. Чисто за намерение, даже если футболист не попал в тело соперника. Это гол от Анастасии Тренкиной. Вот это да! Не ожидал Маргарита Широкова. Думала, что сейчас будет навес от Насти. А, пожалуйста, 24-й номер Чертанова закинула за шиворот Маргарите. Бывает же такое, да? Сейчас будем смотреть повтор. Интересно, хотела ли так Анастасия или нет. Вот доставили, во-первых, мяч для нее. И она вот так из-под защитника еще, под перекладину. Все очень красиво, приятно. И сделает свою работу Белоусова. Она опорный хавбек, и ее работа как раз! И промахнулась мимо мяча Диана Пономарева. Поторопилась она сыграть на выходе. И мяч едва не юркнул в ворота. Но там помогла Ксения Джиникашвили. Но при этом, насколько я понимаю, мяч именно в створ ворот не летел. Серия угловых мы уже видим. Быстро разыграли, не заметили этого Чертановки. И последовал хороший навес. И на выходе не очень уверенно сыграла Пономарева. Сместились именно на ближний к нам с вами фланг. Вынос, и тут же звучит свисток. 47 минут 10 секунд сыграли в первом тайме. Счет 1-0. Итак, друзья, мы продолжаем прямую трансляцию. Чертанова, Рязань, ВДВ. Так, подача от Дубовой. Это не подача, она закручивает мяч. И едва на дальней штанге не замкнула. Влетала порой очень много. Опасно! Могло бы быть, если бы получился удар у Ксении Алпатовой. Но он не получился. И Цибутович, и удар, и гол! Сравнивает счет Ксения Цибутович. Но она к этому шла, безусловно. Все подачи с угловых нацелены были именно на капитана Рязани ВДВ. И, наконец-то, очередной угловой, коих набралось уже с десяток. Но разыгрывает, естественно, Чичкала под левую. И убирает двоих сразу, и бьет Кристина. Случаются как раз все голы. Зарабатывая какие-либо очки. Вот сейчас может получиться опасно. И действительно, где мяч? Надо забивать! И забивать не спасла Пономарева. Как ни старалась, был такой полусейв. Виктория Дергаусова, 99-й номер. Поздравляем ее. Во-первых, отмечаем, конечно, хороший проход в исполнении Лазаревич. Ну а тут рязанские нудисты появились на трибунах. Ну и фирменная диагональка от Андреевой. Это Тренкина. И она бросала вперед Чочеву. Алана, как всегда, идет до конца. А между прочим, у нее есть желтая карточка. Ну и вот, пожалуйста, женская драка. Колтакова против Чочевой. И Широкова пошла. Yeah.
еще одно нарушение правил. Сегодня очень эмоциональная в этом смысле игра. Девушки не жалеют друг друга. Ну и сейчас желтая карточка Алане Чочиевой. И все-таки доигралась Алана. Удаление. Это удаление на матчах Суперлиги никак не скажется. Ну, это тоже будем засчитывать как удар. Пусть он, мягко говоря, совсем не точный. Сбивать игру на эпизоды. Сбивать ее темп. Опасно. Вукович в упор пробивала. И мяч в итоге забирает Диана Пономарева. Все, свисток. А я сказал одну минуту. Естественно, не посмотрел. 94. И сразу раз, два, три, четыре, пять футболисток. Чертанова 6 вместе с Дианой Пономаревой. Либо упали на спину, схватили за голову, либо сидят на коленях. Сегодня отдали все силы. Сегодня сложный, мастеровитый соперник Рязань ВДВ был в гостях у Чертановок. И это было, скажу я вам, классно. Огненно.